Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков, и мы продолжаем серию сюжетов о высоком дизайне в мире плитки и сантехники. Концепцию этого интерьера тоже формируют три элемента. Прежде всего, это плитка, ее цвет, размер, мебель и, безусловно, сантехника. И вот здесь сантехника берет на себя гораздо больший акцент. Необычная форма и концепция именно этой коллекции сантехники никого не оставит равнодушным. Идея мягких, плавных форм поддержана в биде, в унитазе, умывальнике и даже в аксессуарах. О особенностях этой коллекции нам расскажут профессионалы. Идеей вдохновения этой коллекции послужила красота и идеальные формы морской гальки, которые отображены в частности в этих изделиях. Форма, созданная природой, настолько гладкая и приятная по ощущениям, что дизайнеры постарались на славу воссоздать всю красоту этого элемента. Уникальная особенность этой сантехники заключается в том, что у нас есть прекрасный выбор цвета керамики. Мы можем использовать не только ультрабелые цвета, стандартные белые, но также дизайнеры предлагают нам натуральный цвет серого оттенка природной гальки. В этом решении, конечно же, сантехника – это более важный, ключевой элемент. И обратите внимание, здесь мебель дополнительно контрастирует с нашим решением сантехники. Безусловно, нам не обойтись без таких элементов, как зеркало. В этом случае она тоже повторяет общую концепцию. Вот эти же острые углы и, безусловно, цвет дерева. Они также участвуют в общей идее. При этом такое решение тоже не лишено функциональности. Прежде всего, мы включаем дополнительную подсветку, которая имеет легкий белый цвет и напоминает нам о форме мойки. Ну и еще, конечно же, вот такое интересное зеркало, которое с обратной стороны еще имеет и пространство для хранения каких-то аксессуаров. Ну и, безусловно, вы обратили внимание на интересное решение вот этой композиции с краном. Здесь используется вариант, когда система смесителя прячется прямо внутри стенки. И мы имеем только носик крана и регулятор, который позволяет открывать и регулировать температуру воды. Такие решения очень актуальны сегодня и популярны в современных санузлах. И напоследок, маленький дизайнерский совет. Обратите внимание, для создания высокодизайнерских концептуальных санузлов очень важно наличие большого пространства. Только в этом случае вот такая замечательная мебель и сантехника будет смотреться максимально выразительно.